Итак, что, друзья, поехали. Audi 4.2, 310 лошадей, 99 год, Audi A8. Ошибок на табло никаких не светится у нас, кроме топлива. Какой-то звучок у нас тут есть, дребезжание. Что у нас здесь? Здесь ничего вроде такого нету. Ух ты, ничего себе. Сто 173 тысячи пробег у автомобиля. Салон, сидушечки перешитые в кожу Напа, идеальные. В общем-то, здесь у нас звездное небо, алькантара потолок. Как-то оно светится вот так. Вот так мерцает. Такая приятная опция. Посмотрим, как она едет. В машину влуплена куча денег, в музыку что-то там 400, в ходовую коробку там двигатель обслужили, по-моему, 270. Диски полированные, резина новая. В общем, по факту в машину влупили 1 400 000. Саму машину купили за 600. И вот сейчас мы поедем на ней. И сейчас вот проявилась после... Что-то там с суппортом непонятно, какая-то непоняточка. Поедем. Блин, как солнце светит, конечно. Ну вот набор. В пол дал, в пол. Вот это я в пол дал, друзья. Что-то она получается... Что-то она как-то... Сильно набирает быстро. Ну, набирает. Набирает, в общем-то, но не быстро. Там вот сколько мы там, примерно 180. Какая-то есть маленькая вибрация, колесо, что ли. Ну что у нас, не видит он, что здесь А8 едет. Никак. Незаметные мы. Вот, едем 100 км/ч скорость. И вот сейчас резко в пол. 4000, чуть-чуть больше. Вот так, но уже чуть-чуть полегче. Вон до 6000. Чуть-чуть что-то вот неуверенность какая-то есть. Подвески немножко плавает машина. Не совсем уверенно держит. Не пойму, в чем дело. Ну, хотя вот 180, но едем нормально, в общем-то. Довольно неплохо, но не уверенно. Прям вот есть какой-то... Плавает машина что-то. И плавает причем... Как-то по диагонали, что ли, плавает. Жидкости все новые, поэтому сказали, можно и нажимать все так. Так, это было по трассе. Это было по трассе.
Так, ничего останавливается, но в какой-то момент срабатывает АБС. Вот что-то надо сделать с суппортами. Так, извините, друзья, за качество видео немножко мутное, наверное, от солнца или от чего это все так. Камера вроде протертая. Телефон дорогостоящий. Samsung 20 Note. Супер какой-то телефон. Но все равно вот. Вот так. Руль тоже новенький, кожа Napa. Музыка вот. Кен вот какая-то стоит. И здесь все там в дверях набито. Там все, в общем-то, все сделано. Сказали, круто. Настроена была, играла хорошо. Надо настраивать через компьютер. Человек этот куда-то исчез пока. Вот с места. В светофоре. На светофоре что-то. Да, так эластично как-то набирает она так, ну, набирает, да, набирает. Сейчас крутила вроде бы. А чего она сразу, когда мы на светофоре выехали, не потянула? В общем-то, вот почти хорошо, что-то, моментики какие-то есть, моментики, которые дорабатывать надо. Так, слышу звук сзади. Какой-то супер шелестит. Блин, сколько я хотел сюда заехать, друзья. Открылся у нас тут вот такой вот момент классный. И в общем, очень давно я уже мечтаю сюда зайти. Сейчас и поинтересоваться этими аппаратами. Блин. Так, а у нас здесь включен свет, и как он выключается, на этой Audi я уже не ездил 100 лет почти. Как же тут все выключается? А, вот так, да? Вот такая Audi 99 года, обзор на нее будет чуть-чуть позже, ну а мы пойдем посмотрим вот на эту красоту. Так, и мы продолжаем тест-драйв А8 в городе. Небольшие пробочки, посмотрим, как она трогается, останавливается. В общем-то, нормальные тормоза. Что-то с суппортом передним левым. Обещают его поправить на днях, на неделе. Климат работает хорошо. За бортом 34,5 градуса. Конец лета. 28 августа. Вот если слышно, во время остановки практически ни сейчас нету. Вот что это было, не знаю. Что это такое, непонятки какие-то. Только это пока беспокоит, дальше все хорошо. Звездное небо отрабатывает как надо. То есть в пробках беспокоит вот именно вот это. Ребята, а мы находимся вообще в Краснодаре, занимаемся автомобилями, покупаем, продаем автомобили. Меня зовут Сергей. Принимаем на реализацию автомобили. В общем-то, все, что связано с покупкой и продажей автомобилей, автокредитование, сервисное обслуживание, ремонт, сложный ремонт, кузовной ремонт, малярные работы, все это у нас есть. И мы дальше едем на Audi A8 99 года выпуска, в которую вложено 1 400 000 рублей. 400 тысяч рублей в музыку, которая... Ни хрена не пойму, как она работает, если честно, пока еще не включал даже. Но тоже есть какие-то недостатки, связанные, вот фильтр какой-то надо установить, потому что в колонке звук, какой-то вот этот шелест или писк, это тоже мне согласен, зачем-то постоянно. Так, 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 где здесь плюс? Нет, не плюс, звук.
И даже сюда не вывели, а? 400 тысяч. Блять. Кто это делал? Надо рекламу ему дать, этому человеку. А, вот звук у нас. И видно, что это звук только вот здесь сверху. Да, тоже теряет. Вообще, честно говоря, кто вот так вот устанавливал музыку за 400 тысяч, конечно, такого напиздить надо. Так вот человек заплатил 400 тысяч, едет потом послушать музыку, и у него радио вот так играет. Я не знаю. Лучше была бы простая музыка, родная. Ну ладно. Это все. Лирика. Так, срабатывает у нас. А, может быть. Так, это же не. Это же это. Передача, да, переключать получается? А я тут умничаю. Ага. Управление на руле нету здесь, да? Сейчас попробуем. Так, поедем без музыки. В общем-то, особо так путь наш состоит из стояния в пробках. Так, работает, работает. Все у нас работает. И вниз, слева и справа. А, все работает. А я умничал тут на музыку. Ух ты. Ага, вот так на первую, да? На пониженную. Ну, коробка переключается хорошо. Прям отлично. Ну, вот я когда садился, еще заметил. Жестко. Раз, такой какой-то ударчик. Есть. И вот слышали хруст, опять же. Нам говорят, что это суппорт передний левый. Итак, в общем, рассуждение на тему. Этот автомобиль обошелся сейчас 2 миллиона. Буквально вот сейчас приобрели его за 600 тысяч и вложили 1 400 000. И сейчас, в данный момент, его можно приобрести, по-моему, за 1 000 000 рублей. Вопрос.
остается открытым, стоит она того или нет, эта машина. Так едет вроде неплохо, вот сейчас вот неплохо едет все. Переключает коробка, отлично, все хорошо. На большой скорости это 180 км в час. Немножечко плавала машина, а так вот, ну, в городских условиях отлично. Почему-то срабатывает АБС. Вот рельсы прошла, ничего не стучало вроде по ходовой, но все равно как-то не очень комфортно в машине было. Свистом в колонках, кажется, что мы на турбомашине едем какой-то. Не, нормально, машина ведет себя, в общем-то, неплохо. Есть нюансики какие-то. Но так довольно даже. Управляемая и держит себя на дороге. Ничего. Ну, дорабатывать надо. Качество видео получается, наверное, засвеченное, друзья. Вот так у нас работает звездное небо. Ну и на этом все, пожалуй.